почаще. Так давай мені этот видосик. А что, разве вы... Да подожди, вы же что меня подключили, у меня штаны тут подключили. Кто пульсит? Это левый? Что это мне? Ну, самому нужно, что я иногда там захожу. Тебе говорят, что не хватает, давай перебрасывай. Нет, он его посадил, он там не замерзался, один ушел, сел. Ой, вот сегодня они сгорят отца, и отцы сегодня сделали победу. Ух ты, не обыграл. Ай-яй-яй! Я думаю, что он будет, так, будет второй, третий. Я ж как капитан команды, который не стремится стать чемпионом, я не могу по-другому рассуждать. Вот тебе и мастер. Вот тебе и мастер. Это тот, который, по-моему, желтый получил, да? Не знаю, что получил. Согласуйся с всеми, если даже и получится одну игру за параллели, то если не дай бог, то ты себе игроков нашел. Это тебе сюрприз, блин. Все будет нормально. Сам был ошибка. Мы с ним пообщаться, мы его признаем. Да, это все. Ай-яй-яй! Спасибо! Ворота, вы! Еще залетит! Ой-ой-ой! Сели, сели, сели! Я его посылаю! Что там? Это такая... А что ж это у нас за качели сегодня такие? Качели... Играть не сыграть, играть так ужасно. Такого кипорочка, да? А вообще двое, да, блин, как на велосипеде прошел, да, просто, блин. Это второй пас! Это не было вашего игрока!
кружат, кружат там. Поезжай, уводи! Поезжай! Заходит туда! Они добиваются своего. Сокол забивает, но сама комбинация была очень интересная, очень достойная. 42-й. Сокол Сергей. Извините, забыл, да. Отвлекся. Ай-яй-яй, вытолкнул его. Хороший прием, хорошая остановочка. И зачем же он пошел последнего выигрывать? Непонятно мне эта история, если честно. Совсем непонятно. Дэйка, Дэйка! Ой, блестяще! На опережение! Браво, брависсимо! Фамилию подскажи! Фамилия? Деревенит. Кабор последний раз так Хороший. И как же в одно касание все четенько. На пас от приемчика. Я ждал, что это построено. Я не понял, как этот гол. Я ничего не понял, если честно, друзья. Это автогол был или как? Казаков забился, да? Взял в руки, не удержал и ворота закинул. Ребят, победа! Подойдите в протокол запомнить.